Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 19:40. На момент прибытия спасателей на участке в СНТ «Дружба» горели садовый домик и баня. Пострадавших и погибших нет. Предварительная причина пожара – неисправность дымовой трубы. Сотрудники МЧС напоминают, что с 30 апреля по 10 мая на территории Башкирии действует особый противопожарный режим. В это время запрещается разводить открытые костры на своих садовых участках.